53 уникальных экспоната из фондов президентского центра и Североказахстанского областного музейного объединения сегодня на выставке в Астане. Тут можно увидеть различные модели фотоаппаратов, выпущенных еще в прошлом столетии. Пластинчатые, проекционные и цифровые. Также представлены пленки, лампы, осветители и другие элементы. Часть экспонатов подарены музеям казахстанцами, другие были найдены в ходе научно-поисковой работы. Примечательно, что мероприятие приурочили ко дню работников науки в Казахстане. В Казахстан первое фотодело или первые фотографии пришли в начале 20-го столетия, когда в год столетия Букеевской Орды Николаем II был приглашен из Букеевской Орды представители казахской делегации, и уже там наши султаны, ознакомившись, получив в подарок фотоаппарат со всеми его принадлежностями, ознакомившись специально с методикой фотографирования, они привезли в Букеевскую Орду, и уже там были сделаны первые три снимка. По словам экспертов, то, что сейчас современный человек может профессионально фотографировать даже с телефона, это результат большого исследовательского труда. И эти предметы на выставке отражают как раз развитие фотографической техники, а также стремление человека облегчить и ускорить этот процесс. Фотография – это большая наука. С фотографии начал развивать не только сам фотография, он начал вместе развивать некоторые жанры. Допустим, тот же кинематография, тот же полиграфия, тот же типография, тот же журналистика в целом. Если в то время ты снимал на пленке, получается, у тебя была большая камера обскурт, и ты оттуда надо было с какими-то химикатами распечатать эту фотографию, изучать это. У тебя был только один на миллион шанс попадать в некоторых кадрах, потому что ты не видел, что ты снимаешь.